Месяц март для израильского народа полон событий мирового значения. Внимание всего мира приковано к Израилю. В этом месяце израильский народ отмечает праздник Пурим, исход евреев из Египта, проводит выборы и создает новое правительство. И все это происходит в канун третьей кровавой луны из последней тетрады. Когда кровавые луны выпадают в преддверии праздников, тогда в истории израильского народа происходят события, которые всегда влияют положительно на историю израильского народа. Вострубите трубою на Сионе, назначите пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пощади, Господи, народ Твой. Не предай наследие Твоего на поругание, и тогда возревнует Господь о земле Своей и пощадит народ Свой. Служители и телеканал «Импакт» в эту пятницу, 27 марта, призывают к посту и молитве за Израиль, за формирование правительства Израиля и за то, чтобы не были подписаны документы, которые бы не были для блага Израиля. В эту пятницу, 27 марта, пост и молитва за Израиль. Присоединяйтесь к молитве за Израиль, чтобы Бог разрушил планы современного Амана и, как во времена Есфири, даровал победу израильскому народу своим чудесным образом.